Без или без? Например, без и без. Например, бесплатный. Бесплатный. Без места. Да, бесплатный. Но есть и такие морфемы, которые раньше участвовали в образовании новых слов, а в настоящее время уже не участвуют. Такие морфемы называются непродуктивными. Примером непродуктивной морфемы является суффикс «зня». Правильно. Ну, это непродуктивный, да? Да, непродуктивный. Который мы находим в словах.